Мало ли что, что бросить, вышел с автобуса, так бросил это все. Тот же билет, да. Конечно, тот же билет или что-то там. При этом через дорогу мусорные урны есть на всех остановках. Как сообщили в службе заказчика администрации Канска, проблема возникла из-за того, что бак не был предусмотрен проектом именно на данной точке. Исправить оплошность обещают в ближайшее время. К счастью, резервные емкости для отходов у города есть, говорят специалисты.